Слушай, не могу отказаться от одной ненавязчивой мысли. Какой? Хочу съесть свою кошку. А точнее не Что? съесть, а засунуть ее голову себе в рот и сомкнуть челюсти. Ты что, прикалываешься? Я сейчас буду. Ну посмотри на нее. На ее пропорциональность тела и головы. Будто сама просит. Ты разве не хочешь взять и откусить голову этой кошки? Что-то нет. Вот, смотри. И кто откусит ей голову? Давай, попробуй пробить мне каску. Постой! Ради чего мы боремся? Зачем мы боремся? Мы можем просто принять Соломоново решение. Голову разделим пополам. А тебе что больше нравится? Жареное или вареное? Мне жареное. А мне вареное.